Всем привет! Я долго собиралась с этими мыслями. Канал у меня уже с, не соврать бы, 2017, по-моему, года. Но все это время я очень с такой редкой периодичностью, так скажем, выкладывала какие-то видео и постоянно думала о том, что для того, чтобы вести канал, мне нужен какой-то определенный контент. В данном случае, в моем случае, это изначально были вокальные уроки. И записывать уроки по вокалу, ну, это достаточно трудоемкий процесс, и невозможно каждый день просто в хорошем качестве, понятно объясняя, да, ну, хорошо монтируя, каждый день выкладывать контент. То есть для того, чтобы создать хороший обучающий контент, нужно время. И в какой-то момент я просто забросила это делать. А сейчас я понимаю, что, ну, моя жизнь, она не ограничивается только музыкой. И да, я пишу песни, я обучаю людей петь как вокальный тренер, но на этом моя жизнь не заканчивается. Я еще и мама, и очень творческий человек на самом деле. Я много чего создаю руками, я рисую. И много сфер существует, в которых я могла бы рассказать что-то очень полезное, очень нужное. Глаз у меня грязный, например. И быть естественной. Вот это очень важно, что в каждом своем видео я пыталась выглядеть как-то красиво, что ли, с уважением к публике. Но я понимаю, что красота это, точнее, красота и идеальная картинка — это две разные вещи. И у меня нет цели показать вам идеальную картинку. У меня есть цель показать себя, свою жизнь и дать какую-то пользу. Поэтому официально объявляю, что мой канал отныне будет не только про пользу в сфере музыки, вокала, но и вообще в различных сферах. Я буду здесь выкладывать, как я рисую, как я украшаю дом, как я создаю что-то для дома. Возможно, даже начну снимать какие-то влоги про мою семью. Это очень интересно на самом деле. Ну, у меня не скучная жизнь, это совершенно точно. Может быть, даже что-то про нумерологию начну выкладывать, поскольку я ищу таро-нумеролог. Буду рассказывать про различные энергии. Поэтому официально заявляю, что с сегодняшнего дня начинаю вести свой канал постоянно. И здесь будет не только музыка. И это будет очень интересно. Поэтому подписывайтесь. Подписка, колокольчик, все такое. И до встречи на моем канале. Будет интересно. Оставайтесь со мной.